В ДВФУ состоялось чествование выпускников, получивших максимальный балл по результатам ЕГЭ. Ребята и их родителей поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяка, глава Владивостока Константин Шестаков, министр образования региона Эльвира Шамонова и ректор вуза Борис Коробец. От всей души поздравляю вас с таким знаменательным событием. С той большой победой, которую вы достигли, с теми ожиданиями, этого шага, этого рубежа, к которому вы тщательно готовились, очень сильно переживали и, безусловно, прошли этот шаг, взобрались на пьедестал высшей оценки вашей учебы, ваших трудов, трудов ваших родителей, безусловно, трудов педагогов, пройдя это. И перед вами сейчас открылись блестящие перспективы своей будущей жизни, которая тоже полна и забот, полна и хлопот, труда, умения, последовательности с тем, чтобы достичь какого-то уже в жизни фундамента, который будет определять вашу дальнейшую деятельность. Важной частью церемонии стало награждение всех стабальников благодарственными письмами губернатора Приморского края. Олег Кожемяка рассказал о самых востребованных профессиях в крае, о международном сотрудничестве в образовательной сфере и поделился историями из своего школьного прошлого. Я хочу пожелать вам успехов в предстоящей, дополнительной учебе, как правило. Не бояться идти вперед, не бояться где-то и делать ошибки, рисковать. Молодые годы позволяют все это преодолеть и двигаться дальше. Поэтому совершенствуйтесь, перед вами открыт весь мир. С 23 мая по 11 июня в Приморье проходил основной этап сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. В Приморье значительно выросло количество ребят, набравших максимальный балл. Если в прошлом году их было 37, то в этом 66. Артем Белов, Диана Иванова, новости на 8.